Продолжается реконструкция Октябрьского проспекта. Первый этап масштабного проекта включает в себя строительство подземного пешеходного перехода в районе улицы Красная. На каком этапе сейчас работы и когда их планируют завершить, выясняла наша съемочная группа. Строительство этого подземного перехода началось около 6 месяцев назад. За это время здесь полностью оборудовали лестничные сходы под Октябрьским проспектом. В настоящее время такую же работу проводят в районе пересечения с улицей Красная. Всего у нового перехода будет 4 выхода на каждую сторону перекрестка. Работаем в городе, да, под действующим движением, под действующей улицей. И для того, чтобы перейти эти улицы, необходимо делать многочисленные переключения движения транспорта, чтобы захватками, этапами производить строительство подземной части тоннеля пешеходного перехода. Из-за этого длительность строительства увеличивается в разы. Это основная сложность. Подземный пешеходный переход имеет Г-образную форму. Его длина чуть больше 93 метров, а ширина и высота свыше 4. Сейчас над строительством нового объекта дорожной инфраструктуры задействовано более 40 человек. Подрядчик ведет активно строительство. В конце этого года мы уже откроем первую часть подземного перехода. Почему первую? Потому что под самим Октябрьским проспектом пройдет основной переход. Но последующая часть, буквы «Г», можно так сказать, он будет выведен еще и на другую сторону дороги. Поэтому он будет вести свое строительство, но жители уже комфортно смогут переходить сам Октябрьский проспект именно в конце года. Такой же подземный переход построят на пересечении с улицей Смирновская. Сейчас прорабатывается схема движения транспорта на этом участке. После того, как подрядная организация получит разрешение от ГИБДД и Мосавтодора, она приступит к работе. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, Александр Глазов, телеканал ЛРТ.